Приветствую вас! В этом видео вскрылась очень серьезная информация о проведении ледового шоу Татьяны Навки, Руслана и Людмила. Алина Загитова могла пострадать. Не забудьте поставить палец вверх и подписаться на канал. Поехали! Ледовое шоу Руслана и Людмила уже с 1 июля радует поклонников фигурного катания. Однако, по сообщениям пресс-центра проекта, уже были не раз совершены попытки сорвать показ спектакля. Одна из таких произошла буквально на днях. Уже дважды на площадке были зафиксированы факты проникновения посторонних лиц. Впервые это произошло 3 июля, когда неизвестный нажал аварийную кнопку на ледозаливочном комбайне, в результате чего машина вышла из строя. Аппарат пришлось перезагружать, в результате спектакль был под угрозой срыва. Но тогда все обошлось. И вот новая история. Вновь с этим же комбайном, только на этот раз ситуация была гораздо хуже. Во время работы механизм замкнуло. После проверки оказалось, что провод, идущий от аккумулятора, был положен на генератор, который очень сильно нагревается во время работы. Кабель попросту расплавился. Интересно, что этот провод проходит совершенно в другом месте, из-за чего стоит сделать вывод, что данный инцидент произошел не случайно. Из-за некачественно залитого льда могло пострадать не только само мероприятие, но, что важнее, люди, которые участвуют в шоу. Замыкание, которое могло произойти из-за неисправности, ставило под угрозу жизни зрителей, среди которых дети. Что уж говорить о самих участниках шоу. Так, известно, что сейчас главную роль исполняет Алина Загитова. Вероятно, в случае опасности основной удар мог прийтись на олимпийскую чемпионку. Руководство организации Татьяны Навки поблагодарило за качественную работу ледоваров и напомнило, какую важную, но часто незаметную работу делают профессионалы. Благо, в этот раз все нормально. Надеемся, что впредь таких ситуаций не повторится. Пресс-служба заявила, что сейчас проводится расследование. Виновные должны быть наказаны.